Данная функция отсутствует в большинстве подобных устройств. Давай посмотрим, не знаю. Давай посмотрим, я не уверен. Это нормально или нет? Всем привет, меня зовут Глеб, и в сегодняшнем ролике я хотел бы рассказать о 5 плюсах нового устройства от компании Leaf под названием iJust Io, но про минусы мы тоже не забудем. Первым критерием в нашем списке будет аккумулятор и зарядное устройство. Стоит отдать должное, компании Leaf умудрились засунуть в эту кроху целых 1500 мАч. Есть в этом небольшие минусы. Во-первых, то, что это встроенный аккумулятор, и заменить его в любой момент у вас не получится. Второй же минус – это не совсем современный разъем microUSB. Все-таки ребята могли постараться и установить сюда USB Type-C. Но время зарядки не займет у вас более 1 часа. Если же вы думаете, что несменный аккумулятор – это проблема, забудьте. Вы всегда можете взять с собой пауэрбанку и зарядить его в любом удобном для вас месте. Режимы парения. Вторым безусловным плюсом данной малышки является возможность изменения напряжения. Данная функция отсутствует в большинстве подобных устройств. Так что стоит отдать должное компании Leaf за то, что они умудрились засунуть сюда не только 1500 мАч, но и 3 возможных режима напряжения. Так что вы в любой момент можете отстроить мод под себя и наслаждаться вейпингом. Третьим плюсом данного устройства являются его испарители, поскольку для того, чтобы их заменить, вам понадобится всего лишь 10 секунд. Вам нужно достать старый испаритель, выбросить его, взять новый, вставить. И готово. Перед началом использования обязательно пропитайте испаритель жидкостью, после установите его в картридж и дайте им постоять как минимум 5 минут. Благодаря этому действию ваш испаритель не сгорит при первых затяжках. Еще одним плюсом является то, что к нему подходят испарители от iJust Mini. Замена испарителей в iJust Io чем-то напоминает смену патронов в револьвере. Березы шумят. Четвертым по счету плюсом является заправка. В отличие от большинства устройств, чтобы заправить iJust, не нужно снимать картридж, не нужно вымазываться в жидкости. Для этого вам нужно всего лишь открутить верхнее кольцо, через специальную силиконовую заглушку заправить жидкость, закрыть кольцо и готово. Заключительным 5-м плюсом данного устройства является возможность регулировки обдува. Производители смогли сделать так, чтобы обдув настраивался при помощи смены положения картриджа, так что вы можете сделать его либо очень тугим для МТЛ-ных затяжек, либо свободным для кальяны и наслаждаться большим количеством облаков. В заключение этого ролика я хочу сказать, что данный девайс обладает просто огромным количеством плюсов. У него большой аккумулятор, у него классная система заправки, у него очень удобно меняются испарители, у него классный обдув, который можно настроить как на сигаретную затяжку, так и на кальянную. Если вы не можете определиться, какое устройство вам взять как первое, то рекомендую iJust Io. А если вы уже заядлый парильщик, который просто устали от большого количества пара и хотите попарить нормальную солевую жидкость, тоже вам отлично подойдет этот девайс. Спасибо за просмотр, с вами был Сигаретнет Бай и до встречи на нашем канале. Кстати, не забывайте нажимать на колокольчик, чтобы быть в курсе всех наших новых видео, и подписывайтесь на наши социальные сети, все ссылки будут под видео в описании.